Несколько слов о красивом зрелище, которое смогут увидеть жители гости столицы Верхневолжья. 23 февраля телебашня филиала РТРС Тверской РТПЦ включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества. Праздничный сценарий подсветки будет работать с 18 до 22 часов. На световом панно покажут изображение эмблемы Вооруженных сил Российской Федерации, Георгиевской ленты, звезд салюта, а также надписи «23 февраля» и «С Днем защитника Отечества».